В эту ночь все православные христиане, все христиане восточной традиции празднуют праздник Рождества Христова. Это один из самых долгожданных, один из самых радостных и один из самых счастливых праздников у христиан. О том, что означает этот день, мы читаем в Евангелии, но для того, чтобы понять суть и смысл этого праздника, нужно обратиться к тем словам, которые мы слышим от ангелов. Они воспели, явившись пастухам в рождественскую ночь, песнь, которая состояла в следующем: «Слава на небесах Богу, на земле мир, в людях благоволение». То есть праздник Рождества всегда ассоциировался именно с миром. Но глядя на человеческую историю, на то время, на рубеже первого века, когда родился Христос, на сегодняшний день, мы видим, что мира как раз-таки у нас на земле всегда было и остается достаточно мало. Мир разделяют войны, мир разделяют нестроения. И мы невольно задаемся вопросом, а что же принес этот праздник? Что же это за песнь была? Что же это за мир, который возвестили ангелы? И вот ответом на этот вопрос служит наша традиция, которая говорит о том, что мир, прежде всего, человек должен искать в самом себе, в своем сердце. И мира этого должен желать своим ближним и всем тем, кто его окружает. Аминь.